Австралийская дива Кайли Миноук решила отметить 25-летие своей сценической деятельности в несвойственном для певцов стиле. Звезда выпускает книгу под заголовком «Кайли Мода». Сборник представляет собой иллюстрированную ретроспективу сценических костюмов и нарядов из клипов Кайли Миноук. «Для меня важно быть частью истории творчества дизайнеров и модных домов, с которыми мне довелось поработать. Просмотрев свои личные архивы, я словно совершила путешествие в свое модное прошлое, заново пережила эти прекрасные моменты, и у меня возникла идея поделиться ими со своими поклонниками». За свою карьеру певица сотрудничала с такими именитыми дизайнерами, как Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Стелла Маккартни, Дольче Габбана и многими другими. В книгу также войдут фотосессии певицы для глянца и комментарии ее креативного директора Уильяма Бейкера. Выход же дебютного писательского труда Кайли Миноук запланирован на 19 ноября.